Илгиз, какую организацию вы представляете и как вы работаете с категорией овощей, собственно говоря, на сессии, в рамках которой вы сегодня здесь выступаете? Я представляю целую систему, систему потребительских коопераций Республики Башкортостан. Это районное потребительское общество, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Ага. Какие проблемы можно выделить в вашем регионе на рынке овощей? На рынке овощей нашего региона проблемы довольно серьезные. В сетевой полке всего 10% овощей производимы в нашей республике. 90% овощей завозные. Они импортные, они из соседних регионов, откуда угодно. Общий рынок овощей нашей республики на сетевой полке 111 тысяч тонн в год. Вот представляете, 11 тысяч тонн поставляет республика, а остальные овощи извне. Как вы ломаете эту ситуацию? Что вы делаете? Наша система – это великое советское прошлое. Основной объем овощей всегда проходил через систему потребительских коопераций, расположенных в районах, заготовительных пунктов. Каждый заготовительный пункт того или иного района в Башкирии в советское время собирал от 6 до 10 тысяч тонн овощей. Это была колоссальная доля, это была практически основа плановой экономики. Поэтому мы сейчас задались целью восстановить систему заготовок, именно заготовок от личных пособных хозяйств, именно от села, от мелких фермеров. И поэтому мы сейчас уже в прошлом году запустили пилотный проект, который довольно успешно смог войти в региональную сеть Байрам. Так, что вы туда поставляете, о каких объемах идет речь, и самое главное, как вы отбираете участников, как отслеживается качество того, что поставляется в сеть? Все-таки у них там, как правило, высокие критерии отбора. Да, мы все с вами знаем, что каждая сеть имеет свое техническое задание. Мы листали там, например, лояльные нам региональные сети, их техзадание состоит от 5 до 10 страниц, например, X5 Retail, там листать устанешь, там столько показателей. Действительно, первый год через сито отбора, через сортировочный стол ОРЦ Байрама прошло более 50 поставщиков овощей. И только 10-15% из них, в зависимости от культуры, смогли пройти через оценку качества. Именно на них теперь у нас упор, это наши пилоты, которые по нашему заказу уже весной могут посадить дополнительные площади под свою культуру. И мы можем их зарезервировать уже до уборки, до того, как они уберут. А о каком ряде овощей идет речь? Речь идет о борщевой группе, о картофеле, капусте, моркови и о свекле. Ага. И какой объем вот сейчас в рамках пилотного проекта вы поставили в сеть? Поставки с прошлого года идут. Ну, скажем, пока это около 100 тонн по каждой культуре. Какие варианты развития этой работы сейчас вы видите? Вот что можно реально сделать? То есть это нужно работать с поставщиками, объяснять им, что там, что доделать, чтобы попасть в пул, или как это все происходит? Первая работа по качеству именно по тем требованиям, которые диктует техническое задание. Вторая проблема — это логистическая. Сейчас мы работаем с колес. У тех фермеров, у которых есть какие-то овощехранилища, преимущественно это заглубленного типа советского времени, погреба, большие погреба, а у некоторых их и нету, привозят, пока нет заморозков. У кого есть погребы, они более конкурентные, они могут работать до тех пор, пока товар закончится. То есть назревает вопрос логистического центра оптовой овощной базы. Министр торговли подтвердил, что земля уже выделена и есть уже, первые шаги осуществления этого проекта. Ага. А личное подсобное хозяйство, о каких вообще масштабах идет речь? То есть это банально с огорода условно может человек продать, если он пройдет систему оценки качества? Да, он может продать с огорода. Он должен привести заготовительный пункт потребительской кооперации, заготовительную контору РАЙПО, как это у нас звучит,
и сдать навалом, откуда партия, которая сформировалась, уже должна пройти первичную переработку на ОРЦ, это чистку, калибровку и фасовку, и по заказу далее сети, значит, поступить на склад сети. А вот вы говорите про требования к качеству. Что сети ставят сейчас, скажем так, на высшую ступеньку? Это состав продукта, чистота его? Или это может быть там внешний вид красивый? Как это все выглядит? Это и внешний вид, это и технологические характеристики. Овощи общепита отличаются от овощей ритейла. Это и форма, это и размер, калибр, то есть чистоту. Это процент потерь, болезни, проволочники, вредители, то есть показателей множество. А в другие сети вы пробовали выходить с предложением о сотрудничестве? Нет, пока у нас нет столько сил, чтобы заходить в другие сети. И на самом деле наш партнер довольно большой, мы еще должны суметь наполнить его полку. То есть на чем сейчас вы планируете фокусироваться, вот если прям по пунктам обозначить, допустим, вот на 22-й год, на следующий новый свежий весенний сезон? Мы сейчас определили партнеров, значит, совместно определили с партнерами сорта, которые должны посадить. То есть сейчас должна, значит, определиться линия финансирования и поставки всех, всех моментов, утрясти все моменты, которые необходимы. Это сорт картофеля в виде семян, это химзащита. По линии Министерства сельского хозяйства финансирование по технике. Это агротехника, сельхозтехника, посадка, уборка. То есть участники вашего кооператива могут рассчитывать на то, что какая-то помощь будет со стороны, вот именно что по технике, допустим? Ну, я бы не сказал, что участники нашего кооператива. Сейчас и в республике, и в целом в стране большое внимание, значит, уделяется работе агропродовольственного кластера. Кластер, который должен состоять из определенного, значит, числа участников, работа которых имеет высокую степень кооперации. Это вот в нашем случае, вот в сельхозкооперативе, так оно и случается. Поэтому, если наш кооператив работает в рамках агрокластера, высокая степень кооперации, то она будет иметь приоритеты. А с участниками, с другими, вы как будете работу выстраивать? С теми, кого нужно подтянуть до уровня необходимого? Ну, надо работать с наукой, с институтами. Как бы это большая работа. Мы сделали пока первый шаг. А в будущем рынок сбыта вы видите сети основным или не основным? А рынок сбыта, он как неограниченный. Для нас, по крайней мере, он необъятный пока. Это и сети, это и все остальные участники, которым необходим товар. А если будет интерес, скажем, у соседних регионов как-то присоединиться к вам, попасть в эту струю, то как вы относитесь к потенциальным партнерам? Это уже мечта, наполнить свой рынок, выходить в соседние регионы. Конечно же, это определенная ступень развития. Но нет, я имею в виду не рынок сбыта, а именно людей, которые бы, допустим, тоже выращивали для вас, для вашего, скажем так, вот этого общего... На третьем, на четвертом этапе возможно. А сейчас? Сейчас пока... нет. Сейчас у нас довольно много, я скажу, звенья в цепочке, которые уже выбыли с того момента, как плановая экономика перешла на рыночную, надо восстанавливать то, что было, возобновлять всю систему заготовок у нас в республике. А рассматривали как-то еще какие-то варианты, не только вот овощи, скажем, а какие-то еще, может быть, там грибы, ягоды и прочие вещи производить? Но сельхозкооперации у нас не только овощной кооператив, в системе кооперации 24 было, сейчас уже 25 сельхозкооперативов. Это и кооперативы по производству колбас, соответственно, пайщики этого кооператива поставляют мясо, полуфабрикатов. У нас есть сельхозкооператив, который производит иван-чай именно на высокопрофессиональной, именно на линии ферментации настоящий иван-чай. У него пайщики собирают по лесу кипрей, сырье для иван-чая. Ну, то есть у вас овощи только одна из... Это один из сельхозкооперативов, совершенно верно. Почему мы обратили
пристальное внимание на развитие формата сельхозкооперации, потому что сельхозкооперация поддерживается государством. Покупай свое, покупай родное. Это у нас девиз всей республики. Ну, желаем вам тогда дорасти как минимум до 4-го этапа, а там уже, может быть, и больше. Спасибо большое. Спасибо. То есть, получается, вы сейчас на первом? Или как?